конференция, тематика конференции очень интересная. Полезные вопросы обсуждали. Организация была на высшем уровне. И, да, и первый раз, и сейчас. Программа насыщенная. Как я уже сказал, тематика именно по проектированию эксплуатации нефтебазы и терминалов, это та область, которой мы занимаемся, наша компания. А были бы рады еще участвовать в дальнейшем. Многие компании мы уже знакомились, мы их видели на прошлой конференции, мы видели на других выставках по теме нефтегаз. На этот раз есть несколько компаний новых, интересные предложения поступают, как по оборудованию, так и по системам. Мы рады, что видели, ну, познакомились с таким количеством партнеров. Так сказать. С Казахстана здесь у нас, в принципе, коллег очень много приехало. Но еще есть, да, очень много предприятий, которые, может быть, не знают, которые хотели бы участвовать. Ну, с удовольствием будем рекомендовать, предлагать ваши мероприятия. Будем по необходимости, может быть, да, сообщать вам о них.